У торгового центра «Порт» сегодня сотни предпринимателей. Пока в ТЦ их не пускают, помещение проверяют на безопасность. Во втором здании торгового центра предприниматели принимают представителей исполкома Казани. Они собирают информацию об ущербе бизнесменов. Праздник красоты и силы великого русского слова. Рустам Миниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка. В инстаграм-аккаунте президента появилось видео, где татарстанцы зачитывают отрывки из классических произведений Александра Пушкина. 7 детей из неблагополучных семей республики будут бесплатно обучаться в Казанском кооперативном институте. Сертификаты им вручили сегодня на первом благотворительном концерте в единении с детьми. Одним из организаторов праздника стал и детский республиканский телеканал «Шаян ТВ».